Полезные мелочи. Полезные мелочи и советы при ловле, содержании певчих птиц. Итак, всем привет. Сегодня у нас небольшие такие полезные мелочи. Вы видите перед собой коробочку, в которой находится корм для птиц. В данном случае это корм для попугая. Что я делаю перед тем, как открыть коробочку и дать птицам корм? Я обязательно ее беру, перетрушиваю в нескольких позициях, стараясь как можно тщательнее перемешать. Для чего это я делаю, спросите вы? Ответ очень прост. Перед тем, как корм попадет на прилавки в магазине, он проделает долгий путь в автомобиле, в грузовом автомобиле, который делает доставку на определенный магазин. Тем самым некоторые частицы корма осядут на низ. Соответственно, когда мы будем его брать вот так, открывать птице, соответственно, мы будем давать корм один, а другие части корма, он же разный, мелкий, есть крупный, осядет на низ. Для примера сделаем следующее. Я возьму вот такую мысочку, и мы попробуем весь этот корм высыпать в мысочку, дабы больше и понятнее рассмотреть ситуацию, что будет происходить. Как правило, когда птица кушает корм с кормушки, так же само на дне кормушки остаются некоторые частицы. Итак, мы смотрим, мы высыпали корм, видим, здесь находятся семечки, разные корма. Начинаем перетрушивать. Что мы видим в процессе всего этого? Мы видим следующее. Итак, смотрим. Практически очень большое количество семечек расположилось наверху. Соответственно, крупные частицы поднимаются наверх, тем самым мелкие частицы опускаются на низ. В данном случае, в этом корме, практически все составляющие, можно сказать, практически одинаковые. Поэтому сильного значения они не имеют. Но есть корма, которые есть очень сильное отличие по размерам. Соответственно, когда упаковка с полочки магазина мы приносим домой, мы птицы высыпаем, получается, вот эту часть, а вся эта нижняя часть остается внизу. Так же самое. Смотрите, еще раз пробуем. Перетрушиваем, да, вот примерно создаем примерную тряску в автомобиле, да, корм доезжает до прилавка. Вот он доехал, его поставили. Смотрим, крупные части корма все вышли наверх, мелкий остался под низом. Перед тем, как мы даем птице, мы корм, что делаем? Коробки перемешиваем, соответственно, у нас попадает корм птицы весь разнообразный, а не только от какой-нибудь определенной. Вот в таком положении мы видим, берем корм, насыпаем птицы, попадает и семечка, попадают и другие корма, соответственно, идет какое-то разнообразие. Вот такая маленькая полезная мелочь, возможно, кому-то она поможет, возможно, в принципе, ничего такого сложного в этом нет, кто-то скажет, а зачем мне и так устраивать, но, тем не менее, вот я пришел к такому мнению. Ну, а пока, всем пока, ставим лайки, комментируем, подписываемся на канал.